Утро доброе, Вести Карачаево-Чукотская Кисия с вами. Сегодня 24 октября, уже идет 10 месяц года. До зимы осталось совсем мало, но нас погода пока радует. Нет сильных дождей и слякоти. Какая погода будет и дальше, чего нам ожидать, дождя или солнца, узнаем из водогидрометцентра, но чуть позже. Шахматы, волейбол, стрельба из лука и не только в ауле Псыш состоялась студенческая универсиада 2024. В ней приняли участие более 300 человек. Это студенты высших и среднеспециальных учебных заведений Карачаево-Черкесии. Смотрите подробности. В этот день спорт объединил студентов из различных высших и среднепрофессиональных учебных заведений. На студенческой универсиаде царила атмосфера праздника и спортивного азарта. Яда Врахул учится в СКГА, хорошо играет в теннис и уже научился говорить на русском языке. Я учусь в медицинский институт в Черкесске. Спасибо. Почему именно ты теннис выбрал? Это интереснее спорта. Мне нравится спорт. Теннис. Угу. Чем ты еще увлекаешься, помимо тенниса? Я футбол, волейбол, я бадминтон. Эмоции переполняли каждого участника и болельщика. Радость от побед, разочарование от поражений, волнение перед стартом и облегчение после финиша. Все эти чувства отражались на лицах спортсменов. Особое внимание привлекли мини-футбол и волейбол, где борьба шла за каждый мяч. Наблюдать за этими матчами было невероятно увлекательно благодаря ярким эмоциям игроков, активной поддержке зрителей и ценным указаниям друзей. В целом и по прошлому году, и судя по тому, как в этом году идет игра, молодежь у нас очень такая дружелюбная, соревнование, не каких-то спорных, каких-то особых моментов, даже если что-то возникает, очень мирно все разрешается, все хорошо, молодежь общается, соревнуется, им всегда интересно, кто сильнее, и здесь они могут это проявить, показать. Нам приятно в этом участвовать. Студенты продемонстрировали свои спортивные навыки в нескольких дисциплинах, каждая из которых оставила незабываемые впечатления у всех присутствующих. Стараемся привлечь молодежь по всем видам. Именно футбол, есть волейбол, есть баскетбол, ну, все виды спорта. Со своей стороны мы как бы активное участие принимаем к этому. В данный момент представляю сейчас футбольную команду, ну, футбольную сборную. И наша сборная заняла первое место в СКГА. Организаторы спортивного события – Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесии, автономная некоммерческая организация по развитию кадрового потенциала молодежи в республике «Моя карьера». А партнерами мероприятия выступили Международное объединение «Лошара» и Академия спорта «Народа Абаза». Море позитива. Вот. Всем участникам, победителям сегодняшнего турнира мы желаем дальнейших успехов. Те, которые остались за пределами тройки победителей, мы желаем не опускать руки, дальше продолжать участвовать на этих мероприятиях. Организация «Лошара» Академии спорта «Народа база», я от себя лично и от министерства хочу выразить слова благодарности за высокую организацию данного мероприятия. Все участники и организаторы отметили высокий уровень проведения универсиады. Благодаря их усилиям и энтузиазму это событие стало настоящим праздником спорта и дружбы. Альбина Ламкова, Фатима Хунова, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, в горах 0-5. Днем плюс 11, плюс 16, местами плюс 3, плюс 8 градусов. Ночью и утром в горах на дорогах местами гололедица. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 13, плюс 15 градусов.